Коллектив Дагестанского русского театра вернулся с гастролей из республики Мариэл. В Йошкар-Оле на 8-м фестивале «Мост дружбы» наши артисты показали спектакль «Смеется ли Чехов?». Это постановка, своеобразная трактовка классики в режиссуре Скандербека Тулпарова. Микс из трех одноактных пьес великого драматурга. Зрители на фестивале тепло приняли гостей, а члены экспертного совета отметили хорошую работу артистов с текстом и сценографию спектакля. Помимо Дагестана за 10 дней свои представления покажут 11 лучших театральных коллективов из разных регионов страны.